Добрый день, дорогие друзья, с вами Некрос, и я рад приветствовать вас в Mortal Kombat 11, в котором мы вновь сыграем за Джокера, против Джокера, что неудивительно, потому что сейчас Джокер, за Джокера играют все, наверное, в стиле король жуликов, да. И в этом стиле, что мы умеем? В этом стиле мы умеем, ну, почти как хищник, чертик из табакерки под ноги кидать и прыгающим шутом выстреливать, который работает как средство для... Опа. Смотри-ка, что творит. Так, он начинает меня сильно... Лови. Сильно-сильно прессировать. Смайл. О, вот это интересно. Оу, я попадаю, знаете, на миксапчике. Опасно. Он тоже хочет, да, это сделать? Ха-ха, мне повезло. Что есть кукла Бетс? Это было опасно. О! А, это же обычный шут. Смотри. Ловушечка. Надо как-то под... О, это да. Видишь, что происходит? А это вот он не ожидал такого. А что я сделал? Объясню. Короче, я начал его бить и выстрелил шутом вверх на короткую дистанцию. То есть ее еще можно регулировать. О, значок ха-ха-ха. И прикол в том, что противник после того, как получает комбо в блок или не в блок, неважно, он думает, что все закончилось и можно открываться. И он получает шутом по башке. Ой, слушай. О! Это можно закомбить. Это нужно закомбить. Я начинаю миксапить по-жесткому. Да, я так и подумал, что он это сделает. Вот он, видите, летит. Он далеко может лететь. Вот. Я так и хотел, потому что эта штука имеет средний удар, то есть она бьет и по сидячим тоже. Табакерку можно усилить, кстати. Вот видите? Так что... Давайте два оверхеда мы сделаем. Опа. И получится у меня... Да, крашинг получился. Ой, нарвался на фейтл. Сейчас он мне улыбку нарисует. Ага. Не, я еще выживаю. Ну, вот так сделаем. О, не попал? Да ну... Табакерочка спасла.
Итак, следующий противник Алекс, он играет за Скорпиона с отменой адского портала и мощным ударом демона. Это антивоздушный удар. Посмотрим, сможет ли Джокер противостоять Скорпиону. Адское пламя ждет тебя, Джокер. Конечно, я же мастер отжигать. Пора покончить с твоим безумием. Это же совершенно два разных стиля. Оу. Наказал, ага. Вау, он не угадал миксапчик. Не. Уф. Я спасу всех. О, он кнопки нажимает, я понял. Бамс. А я понял, что он хотел. С отмены сделать. А это, говорит, смешно. Ой. Так, ну это крашинг. Ой. Он кнопки нажимает. Он боится захватов. Не. Ой, опасно. Вот сейчас он может и выиграть. Я ждал. Вот. Вот я этого телепорта как раз и ждал. Я ждал этого телепорта и поэтому победил. Потому что он... ну а что на этом расстоянии может сделать Скорпион? Только или телепорт, или кунаем кинуть. Правильно? Вот так и получается. А вперед один у Джокера, это вообще имба. А, этот диалог мы уже знаем. А, так я не доделал. Хм. Кстати, он пытался увернуться от захвата. О! Вот она. Накажет. А, я не смог усилить. Ну и что, мне все равно урона хватило. Ой. А вот это странно. Резкий просто. Наказываю за телепорты. Отлично. Не. Аккуратно. Че, он меня уже боится, что ли? Боится Скорпион. Меня Скорпион боится.
Опа. Все, попался. Уже всяко блок ставил. Пау. Он же всяко блок ставил. Ну, я так подумал. Поэтому это было большой неожиданностью для него, скажем так. Большой неожиданностью. Поехали. Но против Скорпиона неприятно все равно играть. Ой, это очень быстро было. Так, мне ролл помог сейчас здорово. Не. Нет. Но кнопки нажимает. Это как с тем Шауканом, он боится захвата. Вот, видишь? Вот, следующий будет этот... крашинг. Я решил рискнуть. Все, и выбил все жизни ему. Смайл. Оп. Да, два оверхеда подряд. Для разнообразия же надо. Вот он опять кнопки нажимает и опять попадается. Ой. Я отлежался, и поэтому все так произошло. И на этом, пожалуй, все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр и всем пока.